Новый учебный год начался в учреждениях дополнительного образования. В музыкальной школе имени Ходяшевых летом отремонтировали учебные классы, закупили новое оборудование и мебель. О том, в каких условиях сейчас готовят юных музыкантов, в нашем репортаже. На новом рояле Бихштейн можно играть не только фуги и старые романсы. Этот инструмент как Мерседес среди автомобилей. Вы должны всем гордо говорить, что вы приобрели Бихштейн. Если вы музыкантам скажете, что вы в музыкальную школу приобрели Бихштейн, вас целоваться начнут. На новом рояле будут играть концерты и готовиться к конкурсам, тем более, что преобразился зал для выступлений. Приобрести инструменты и сделать ремонт удалось благодаря тому, что школа получила 5,5 миллионов рублей. Сделан внутренний ремонт помещения, сделана крыша. И вот сегодня поступило прекрасное предложение от Алексея Олеговича, что будут выделены деньги, чтобы завершить полностью весь ремонт по школе. Кабинеты в старых площадях, коридоры, вы видите, недоделаны. Да, Данечка, третий пальчик, да? Здесь вот, молодец. В рамках выделенного гранта музыкальная школа закупила не только рояль, но и другие инструменты. Это позволило открыть новое направление подготовки по классу труба. Вы знаете, условия стали просто шикарными. Мы когда приехали с творческой школы, а мы приехали недавно, вы знаете, я пришла как будто в новую школу. То есть я ее просто не узнаю. Шикарно, коридоры, просторно, кресла. Ну, я не знаю даже, вот неописуемо красиво стало. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам не помешает? Нет. У вас самое первое занятие? Да, вот самое первое занятие. Мы приветствуем, чтобы родители были на уроке, чтобы они были в курсе и заодно. Да, и заодно, чтобы учились. Сейчас здесь занимаются 340 детей на бюджетном отделении и 110 на хозрасчетном. Площади школы увеличились, ведь желающих научиться музыкальной грамоте в школе, которая вошла в топ-50 лучших детских школ искусств, очень много. Татьяна Молокова, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.